30-летняя Анна Старшенбаум не стесняется обнажаться. Звезда сериалов «Дипломат» и «Психологини» вновь отказалась от нижнего белья. Актриса участвовала в откровенной съемке. Она надела стильный костюм из свободного пиджака и широких брюк песочного оттенка. Завершением ее образа стала шляпа. Пиджак Анна оставила расстегнутым, продемонстрировав отсутствие бра. «Песочный цвет, мой новый глюк», написала Старшенбаум в Инстаграм. Визажисты сделали красавице-актрисе легкий макияж. Длинные ресницы и нежно-розовые губы только подчеркнули ее естественную красоту. Поклонники восхитились образом блондинки. Фигура шик. Аня красотка, сексуальная звонка. И от вас, будто молнией бьет энергией солнца, какая вы хорошенькая, написали фолловеры. Недавно Анна Старшенбаум назвала свою главную ошибку в отношениях с мужчинами. Актриса снималась голой в ванне. Ранее она поделилась секретами похудения для тех, кому за 30.